Итак, сегодня представляем очередную модель якутского ножа в нашем исполнении. Якут 3 мы ее назвали. То есть ее отличительная особенность — это вот такой вариант прокованного дола. Это большой, практически во всю площадь правой стороны клинка прокованный дол. Да? Можно также сделать под другую руку, с другой стороны клинка дол. В остальном это максимально классический якутский нож. То есть у нас здесь имеется и яйцеобразная форма рукояти, да, для удобства хвата. Здесь дол плоской поверхности. Здесь выпуклая линза, односторонняя заточка. Хвостовичок у нас здесь длинный, он где-то вот до сюда идет. Вот, 110 мм хвост. У данного клинка. Эти ножи выполнены из кованой стали Х12 МФ. Также можно делать и из 95 Х18 кованой. Ну, еще, в принципе, возможно, и другие марки стали, если будут на то пожелания. А карельская береза, в данном случае, не стабилизированная, обычная, но неплохой сорт, хороший рисунок. Ножны стандартные, со свободным подвесом. Вот такие, опять же, по желанию, могут быть и более классические именно для якутского ножа ножны, но они не всем удобны, скажем так, с точки зрения эксплуатации в повседневности. Поэтому мы вот по умолчанию кладем такие обычные ножны, обычные, удобные, глубокие, со свободным подвесом. Но кому нужны ножны именно для якутского ножа, такие более квадратные, с завязочками, тоже, пожалуйста, можно комплектовать этот нож ими в том числе. Вот, смотрите, заказывайте Якут 3. Будем рады.